Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики. С вами снова Гидон, и мы продолжаем играть в Dead Space 3. Продолжаем мы наше похождение, и это будет 18-я часть моего прохождения. А тут у нас, ух ты, веселая встреча с веселыми ребятами, которые любят носить какие-то, ой, ё, взрывающиеся штуки у себя. Надо скорее убить этого и взорвать эту бомбу. О-хо-хо, хорошо. О, так вот, хорошо, 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 мы взяли эту пушку скорострельную. О, ё-моё, вот она нас повреждает, это жуть. Просто жуть какая-то. Так, главное, чтобы взрывающиеся эти уроды к нам не подходили. Да, долго ты проживешь без руки до ноги? Недолго. Там находятся все ваши... Все ваши, видимо, мозги в ногах и руках, раз вас так разрывает от того, что я их отстреливаю. Да, не нравятся мне, конечно, эти монстры, безусловно. С этими динамитными отростками, или что это вообще, я не знаю. Okay. I found another lift point. Still no winch. You guys all right? So far. We just hit the cage. It's infested pretty bad up here. I hope I find a winch soon. Isaac... Just be careful. I don't need to lose both you and Robert in the same day. Thanks, Ellie. Да. Ну, да ну, Роберт, конечно, был полным говнюком, что тут и говорить. Ну, какой бот у нас классный, смотрите, с радарчиком. Веселый, мне нравится. Давайте к станку подойдем. О, да тут неплохие вещички можно найти, я смотрю. Так, а это что? Пилорез. Пилорез. Это какое-то дополнение для нас. Сейчас посмотрим, что у нас тут на станочке. Лишний патрон, пилорез, станина Веллера. Ух, мы понабрали сколько всего, елки-палки. Можно собрать, может, что-нибудь? Я даже не знаю. Станина зонда. Специально разработанная... Так, а Веллера это что? Верхние цепи 3, легкая станина под одну руку с верхним блоком. Что значит под одну руку? То есть я могу в двух руках, что ли, носить оружие? Так, что ли? Веллера у меня только одна штука. А, нет, или я могу ее скрафтить? Да, я, похоже, ее могу скрафтить. Интересно, надо будет, конечно, попробовать потом. Так. Посмотрим, что у нас со слотами с этими. Да, надо бы разблокировать. Я хотел скрафтить оружие. Где-то у нас тут было такое оружие, которое я хотел сделать. Нет, не импульсную винтовку. Или нет, или мы уже сделали. Я что-то уже подзабыл на самом деле. Так, а какое оружие я недавно нашел? А, да-да-да-да-да, я вспомнил, вот он. Хун и чистильщик. Нам еще вольфрама чуть-чуть и все, и мы ее скрафтим, да. Хочу сделать эту штуку. Недавно же мы рецепт нашли. Ну, значит, тогда подождем, пока боты у нас насобирают ресурсов. И мы соберем как раз это оружие новенькое. А пока давайте дальше идти. Подниматься наверх. Ну, конечно, сначала ящички. Ну, стазисные модули мне, честно сказать, не очень нужны. Не знаю, зачем их тут столько накидали. О, три стазисные батареи. Видимо, сейчас будем наверх подниматься. Стазис нам еще как понадобится. Раз нам его столько надавали. Хорошо, что в прошлый раз Элли все-таки спаслась. Никто не погиб. Хотя, конечно, Айзек поволновался. Ох, поволновался. Прицельтесь, нажмите С. Ну, как я и говорил. Да, вот для чего нам этот стазис нужен будет. Фу. О боже мой, это что, лифт там сверху? Вот это маятник. О, я не заметил этой глыбы. Так, ладно. Хорошо. Все понятно. Я думаю, зачем нам столько стазисных батарей надавали? Ну вот, все. Все понятно. Как я и ожидал. Что-то я не заметил этой глыбы слева, честно. Здоровая какая-то была. Как же медленно Айзек забирается. Как же медленно он забирается. Давай, перебирайся на следующую часть. И эту еще замедлить. О,
Это я вот не очень заметил. Еще раз мы ее замедлили. Давай, Айзик, перепрыгивай уже. Да что такое? Почему ты не перепрыгиваешь? Так, ну давайте, сейчас. Сейчас мы поднимемся, точно. Главное, корзину зафиксировать правильно, и все будет в порядке. Так. Эти камни падают по непонятной причине. Вот что меня еще раздражает. Это реально глупо. Это очень глупо. Вот. Да что ты все время падаешь? Что ты все время удержаться не можешь, а? Так. Давайте, корзину мы эту зацепили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Камень этот еще дурацкий. Ну, давай, перепрыгивай. Еще раз, отмораживаться начала уже. Вот, перепрыгнули наконец. Все. Ну, залезаем. Залезаем, Айзик, залезаем. Фу, все, корзина больше нам не повредит. Все из-за того, что у нас веревка находится слева, и поэтому он так тяжело лезет уже под конец. Конечно, что еще можно было ждать? Два кислотных монстра. Это перебор, я считаю. Стоять, перезарядимся, пока он тут корчится в стазисе. Только бы сзади на нас. Да я ж перезарядился. О. Ну-ка не стрелять в меня никакой кислотой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тормози. Да, стазис хорош. И главное, по-моему, кислота тоже замедленно начинает лететь от того, что мы в него стазисом плюем. Ну, это нам на руку. Куда-то нога улетела. Так. Везде тут флажки и флажки. Опять это лестница. Ну, кто будет делать такие лестницы? Ну, честно я скажу. Зачем? В этом нет никакого смысла. Совершенно никакого. I found the winch. I'm gonna start it up. Все? Почему нет никакого ответа? Ответили бы что-нибудь. Тут я стараюсь, понимаете ли. Hang on to something. Wait. I don't like this. Just talk to me. Don't look down. What's our next step? Well, we now know that in order to turn off the machine, we'll need some sort of key. The researchers called it the codex. Okay. So where is it? We have to make one. And how do we do that? The same way they did 200 years ago. With Rosetta's research. Oh my god! Take it easy. Just blown a fuse. Maybe I can divert power from the lights. Ну ладно, давайте попробуем. Попробуем что-нибудь сделать. О. So, tell me about this, Rosetta. Well, we don't know much. Just that the codex was made from her research. Where will we find it? In the facility at the top of this mountain. Great. See? We're almost done. Так, ну тут я что бы ни делал, все начинает перегреваться. О, так уже лучше. О, отлично. Но это было проще, чем в предыдущий раз, когда я такую же мини-игру проходил. Ну давайте, где вы там, поднимайтесь. Они вообще поднимаются или не поднимаются? Надо, наверное, покрутить эту штучку эту или нет. Да, надо покрутить, видимо. Да, тяжелый драматический момент. I was crying the whole way. Just get me some solid ground under my... О, нет! Give me your head! Isaac, it's too late for that!
God damn it! I had her! It was gonna take us all down with it! Isaac, the cliff's falling apart! Come on, damn it, give me your hand! I promised her! I could have reached her, but just had another second! Да что ж такое за череда неудачных событий, а? Кошмар. Одно за другим. Этот Карвер просто полный говнюк. Никакого проку от него нету. Ну и где мы теперь? She's gone. Ellie. Isaac, it was pulling the whole cliff down. You couldn't have saved her. Can you get back up here? Yeah. I think there's a way up around the side. Еще один член экипажа погиб. Обалдеть. Просто супер. Просто отлично. А, вот он ты, урод. Ну все. Время с тобой разобраться, да, наконец-то? Вытаскивай свои желтые хреновины. Сейчас мы по ним постреляем. Давай, давай. Еще вот эта мелочь, понимаете, лезет. В прошлый раз, когда я с ним боролся, то хотя бы мелочишка вот эта гадкая не лезла. Ну что ж такое-то? Давай, Айзик, беги уже. Йо, у нас нет аптечек. У нас ни одной аптечки. Обалденно. Так, и как нам воевать, если у нас нет ни одной аптечки? Зашибись. Давай, давай, давай. А, нет, все уже. Да, без аптечек-то тяжело. Так, ну все, урод. Сейчас с тобой разберемся. Пойдем дальше. Да, урод, вот ты и попался. Хотя, тут еще неизвестно, кто попался. Золотые штучки. Мы любим же по ним стрелять. Ну иди сюда. Вот так. А теперь уйдем отсюда, уйдем, пока у нас... Не прибил. Так, этому ноги отстрелили. Ему тоже ноги отстрелили. Все. Хотя бы ползать они будут поменьше. О! Отстрелили одну верхнюю штуку. Еще одну отстрелили. Давайте бегать по кругу. Я просто не знаю, как мне еще действовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он нас совсем догоняет. Вы поглядите. Ха-ха. Получи стазисом, урод. И последнюю мы отстрелили. Ну давай, высовывай. Давай, фонарики свои поганые. Да, больно тебе? Больно, урод? Ой, ё! Он нас еще и швырнул. О-хо-хо-хо. Вы поглядите, сколько мы сразу отстрелили этих штучек. И еще одну. На тебе, тварь. Ой-ой-ой-ой, бежим. Хорошо, что мелочи нету ни одной. О-хо-хо, босс ждет на станке. Это хорошо. Да, получай, урод. Ой-ой-ой-ой-ой, скорее. Один. Так, у нас кончились патроны от этой штуки. Это плохо, это очень плохо. Потому что нам нужно еще как-то... О! Хорошо. Хорошо, теперь. На! Тварь! Давайте перезарядимся. Надо бы... Там обойма, я видел, валяется где-то обойма, вот здесь вот. Фу, ну долго мы еще танцевать будем с ним. Ой-ой-ой-ой-ой. Решил нас с этой стороны обойти. Ну! Долго это еще будет продолжаться? На тебе, уродина! На тебе! Ух ты! Сваливаем! Сваливаем! О-хо-хо-хо-хо!
Отстрелили? Ну. Кончились. Ох, 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 да что же делать-то, а? Что же делать? Он нас догоняет совсем. Металлолом. Нафига он нам нужен? Хорошо, что мы от мелочи избавились. Так, совсем у нас мало ХП осталось. Отходим. Отходим, отходим. Фу, вот это бой. Вот это долгий бой. Так, мне кажется, или нам его просто так не убить? Все это вот это довольно-таки зря. Да, по-моему, нам нужно действительно использовать какие-то гарпуны. Я пока не знаю как. Наверное, надо кинезисом вот здесь вот использовать вот эти штуки. Да. Заманить к лазерам? Ну давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну. Давай, 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 разрывай его к чертовой матери на куски, разрывай. Разрывай. Да. Да. Да, вот это месть. Вот это месть. Ну что, тварь, нравится тебе? Надеюсь, что тебе понравилось, урод. Козел, а как ты меня достал, а? Сколько я страдал. Посмотрите, сколько у нас ХП осталось. Айзек еле ковыляет вообще, просто. Еле ковыляет. Фу, да. Это было... да, долго. И сначала я не очень понял, как его убивать. Думал, по стариночке. Стреляем, стреляем. О, аптечка. Фух, подлечились мы немножечко хотя бы. Да. Куда нам дальше нужно двигаться? Обратно. Лифт наконец-то заработал после того, как мы этого гада разорвали. Фу, так, с него что-то выпало, да? Вот, что-то лежит. Коробочка, похоже, обычная. Ну, ничего. Сойдет и коробочка. Говнюк. Ух, на тебе. Но, мне так кажется, да, это не последний такой здоровяк у нас в игре. Последний будет потом. Ох, потом. Что-то серии выдались какие-то насыщенные, я бы сказал. Сначала мы в брюхе ползали. Потом нас здоровая хрень заглотила, мы ее убили. Теперь этого урода мы все-таки добили. Ну, вроде больше ничего не предвещает беды. Так, что это опять падает? Что там опять падает? Что ж такое-то, а? Хватит, дайте мне залезть хоть на одну гору спокойно. Как нормальный скалолаз. Ну, что ты стоишь, Айзек? Давай, давай. Good man, Isaac. You did everything you could. No, I didn't. I gave up, Ellie. I'm so sorry. This must be the place. But how the hell do we find this Rosetta? She must have a lab up there someplace. We should look for an office or a set of files, anything with her name on it. We can take that to the entrance. Come on. Да, Айзек, многое же тебе пришлось пережить. Особенно этого паукана гадкого. Но хоть на нем мы оторвались, так сказать, в конце. Сорвали злость. Глава 14. Всему свое место. Исследовательский центр. Да, 13 глава, я скажу, конечно, выдалась жестковатой. Погибла наша, так сказать, помощница. Ученый. Да, да, глава, конечно, суров. Предыдущий погиб Нортон. В этой погибла... Кстати, я не помню, как ее зовут. Ох, простите меня.
Конечно, я цел, я же Айзек. Только что паука убил. Встретимся, надеюсь, что встретимся, Элли. Надеюсь, так и будет, с тобой ничего не случится. А то, кстати, сейчас ее убьют. И ведь стопудово этот Карвер останется жив. Единственный, наверное, который рассчитывал только на себя все время. Так, куда нам нужно? Туда. Значит, я пойду в другую сторону. Ха-ха-ха. Никогда не следую указам. Что-то тут больно большая территория, не нравится мне это. Но зато тут есть ящички. О, а давайте еще вылечимся. Вылечиться, вылечиться. И аптечек главное понабрать, потому что столько израсходовали мы, что... Да, просто какой-то кошмар. Это нам расплата за аптечки, да, я так понял? Все. Ну, надеюсь, что вы сами мне дадите сейчас аптечку или чего-нибудь. Да, наши боты, кстати, вернулись. Надо бы нам еще и станок найти вдобавок, чтобы забрать то, что они насобирали. Потому что они должны уже собрать достаточно вольфрама, чтобы мы скрафтили новую пушенцию. Новая пушка нам очень нужна. Какое красивое освещение. Заметьте, цвет какой зеленый такой. А, что ты, там равнины нарисованные, прям как на холсте. Слишком уж палево. Надо было получше им прорисовать, ну ничего. Да ладно, он исчез, вы видели? Появился и исчез. Ну, мне не хватало еще и исчезающих некроморфов, честное слово. Вот, прям для полного счастья. Исчезающий некроморф, то, чего прям не хватало в конце игры. А с вас ничего не выпадает? Эти шкафчики закрытые. Кстати, может их можно как-то открыть? Не знаю, вряд ли. Почему нет аптечек? Я хочу аптечек. Больше, больше аптечек. Просто так поиздержался, что... Что ужас. Так, а это, похоже, наши противники, да? Прибыли тоже сюда. Wait a minute. There. Rosetta Lab. It's here. Perfect. Send me the coordinates. Now let's hope Danik doesn't find us before we can build this codex. А соберем ли мы его? Ох, не знаю я, соберем ли мы его. Потому что капитан Махат его уничтожил. Давненько уничтожил. Так, сейчас доломаем. Не, не то. Вот оно, синее. Все, взломали. Хорошо. Довольно быстро взломали. Еще один старый центр. Отдел биологии. Это что? Мама гусыня вела своих детишек? Что это сейчас было? Перезарядимся. Ой-ой-ой, они на нас бегут. Эй-эй-эй, они все на меня, на меня, на меня. А, уйдите, 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 мерзкие. Так. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, уйди, уйди, уйди. Фу. Так. О, они уползли. Уползли, уползли, это хорошо. Да что ж такое-то, а? О, убежали. Ха-ха, я захожу назад в эту штуку, они убегают. Хорошо. Да им пофигу, слушайте. Им реально пофигу. Может, я выбью что с него? Ну, давайте. О, хотя бы обоймочку нашли. На тебе, урод. Фу. Давай, возвращайся. Эй, а почему это ты? А почему это ты? Ты. О, хорошо, что когда они выпускают вот эти тентакли. Очень хорошо, когда они их выпускают. Так, еще обойма. Фу, ну, ни патронов, ничего. Айзек хромает. Все хромает.
что делать, вообще, я не знаю, где-нибудь здесь будет нормальное место с нормальной кучей патронов. Так, это закрыто. Сюда нам вход заказан. Так, тут у нас что? Еще одна нычка. О, обойму я видел где-то. Вот она наша обоймочка. Вот она наша хорошая. Там закрыто. Так, нам, значит, туда нужно. Но для начала, конечно, я пойду к гардеробчику. Бедный Азик, ё-моё. Где у нас аптечка? Есть хоть какая-нибудь? Да, у нас есть большая аптечка. Воспользовались ей. Ну и все. Больше ничего нет. Что-то под конец. Костюм легионера был разблокирован. О-о-о! Сменить костюм. Костюм легионера. О, какой интересный. Этот неуклюжий списанный армейский костюм, который использовали солдаты КССК в 23 веке, пользуется огромным спросом среди историков и коллекционеров. Так, у нас сейчас археолога. Ну, что-то это, да, не очень легионерски выглядит. Арктический костюм. Скафандр наш. Наш старый скафандр. Так, ну давайте легионера посмотрим. Действительно, что он нам новенького предложит. Хотя, если там написано, что он старый-старый, пользуется спросом только у коллекционеров. Но в любом случае, у нас меняется только вид внешний. Ну, какая масочка у него. Я вам скажу, ничего особенного на самом деле. Давайте посмотрим улучшение ЕКС нашего. У нас осталось улучшить только броню по максимуму, и для этого нам не хватает, ну, не так много полупроводников. Посмотрим, может, нам боты наши притащат их. Так, давайте на свет я выйду. Посмотрим, как он выглядит так вот. Ну, что-то мне, конечно, не очень он нравится, честно. Смотрите, какой он. Какой-то зелененький такой, простенький совершенно. Ничего особенного нету в нем. Ладно, в следующем гардеробе сменим обратно на какой-нибудь. Может, что-нибудь разблокирует в этом. Пока побродим, так сказать, для разнообразия. Итак, да, у нас наконец-то 150 вольфрама. Полупроводников у нас уже очень мало, конечно. И из ящика мы достали всякие модуляторы. Давайте скрафтим новое оружие. Как я и хотел, вот этот чистильщик мы можем сделать. А давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. Болострел меня не интересует. Меленир. Орудие, которое родилось в самой Волгалле. Ну, конечно. Да, вот черная дыра, конечно, это было бы круто скрафтить, но на него нам копить. Давайте чистильщика сделаем. Собрать оружие. Да. Куда мы его назначим? Давайте назначим вот сюда. Вместо нашего пулеметика. Стандартного пистолетика, автоматика. Так, и давайте модифицируем его, конечно. У нас тут совсем пусто. Давайте ему добавим. Хотя нет, подождите. Сначала я, конечно, посмотрю, как оно в действии. Этот чистильщик. Вот он у нас. Чистильщик этот. Неплохо. А это он просто в мелии бьет. Вот чего. Просто бьет в ближнем бою. Может, мы сможем заменить нижнюю часть у него? Было бы неплохо, действительно, заменить нижнюю часть. Так, модифицируйте оружие из запчастей. Гидравлическое оружие нужно снять, убрать нижний блок. И выберем мы... Пневматическая горелка, конечно, неплохо. О, пилорез. Инструмент короткого радиодействия с навесным лезвием. Можно, конечно, поставить стандартный излучатель Теслы, который нам бы очень нужен. Но я хочу попробовать пилорез. Давайте его установим. О, он кидает пилы! Хо-хо-хо-хо-хо, интересно. Интересно. Импульсную волну мы можем навесить. Так, лишний патрон. Насадку мы можем сделать. Прицел, военный оптический прицел для поражения удаленных целей. Но нам он не нужен. Лишний патрон, общий медик, стазис, поддержка. Ну, ладно. А, по-моему, здесь уже и есть насадка, лишний патрон. Насадка внизу, поджигатель. Она у нас установлена, по-моему, да? Хорошо, кислотная ванна. Ладно, все. Давайте модифицируем наши цепи.
добавим вверх урон, темп стрельбы. Еще добавим... Нет. Сколько? Темп стрельбы, урон. Еще один добавим. И сюда я добавлю, наверное, темп стрельбы минус обойма. Но это не очень. Перезарядка минус урон, перезарядка обойма. Два перезарядка. Не, ну вот давайте вот это добавим. Надо будет еще вот здесь вот блок этот открыть. А то он у нас закрыт. Урон я сюда поставлю этот. И добавим вниз еще просто темпы стрельбы. Все, в общем, понаставили мы наших модификаторов новеньких найденных. Посмотрим, как эта штука будет в действии. Особенно меня интересует... О, посмотрите, клепальный дробовик и подвесной труборез. Вот это круто. Будем резать им все. Резать им будем все. Да, шикарно. Смотрите, какой прицел классный. Итак, нам нужно двигаться дальше. И давайте, давайте двигаться дальше. А, ботов надо высадить. Одного мы здесь высадим. А другого высадим где-нибудь на следующем этаже. Удивительно, как они все время дорогу назад находят. Как будто телепортируются. Посмотрим, что нас ждет в Science Division. Чувствую, какие-нибудь научные, так сказать, находки нас тут ждут. Веселые. Веселые, злые. И агрессивные. О, привет, мы наконец-то к нашим друзьям пришли. And this is an assembly station, according to the controls. So we're here to assemble a codex. That makes sense. No. According to this, we're here to assemble Rosetta. They cut her into pieces? Oh my god. Fuck this day. They sliced her up. Why? I don't know. But some of the pieces are already in the assembly. I think I see another piece over there. То есть вы что хотите мне сказать, чтобы я сейчас человека собирал по кусочкам? О боже мой! О боже мой! Какая жесть! И куда нам его вставлять? Подождите, это ведь... Это не человек, это я не знаю что. Зачем это было делать? Почему нельзя было просто заморозить? Так, куда эту штуку надо вставлять? Вынули отсюда и куда? Да, вставлять-то ее не пойму. Кошмар какой. Наверх что ли? Смотрите, все исписано какими-то символами. А, вот сюда вот похоже. Да? I can route that to the assembly station. Hold on. Господи, какая... Какой кошмар. Это какой-то монстр. Это Розетта? Это какой-то монстр. According to the records, there are four more pieces. They were checked out of storage by Dr. Serrano. Well, there are three buildings in the facility. So if there are more pieces, they're either in one or all of them. Most of the doors were locked down from what I could see. Yeah, well, you're in luck. Look what I found, a security pass. You want to give it a shot? Ну, а что нам еще делать? Дай пройти-то. А, вот он, здесь. Great, thanks. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta slabs. Да, ну что, все становится понятненько. Все становится совсем понятненько. А, мне кажется, Розетта это как раз та раса, которая была уничтожена некромортом. Именно та раса. It looks like there are three primary buildings in this facility.
The one we're in now is biology. There's one for paleontology and one for geological studies. Which one should I check out first? Doesn't matter. Just be careful. Why? You think there's something out there that wants to eat me? That's not funny. I know. Isaac out. Да, это очень смешно в свете последних событий. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение 18-й части моей по Dead Space. Дальше мы будем собирать Розетту. Как я уже говорил, мне кажется, это именно тот, так сказать, представитель расы, которая была уничтожена некроморфами. Посмотрим, что он нам скажет. Я думаю, он будет союзником нам. Я думаю, он будет нашим союзником. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.